Шприцы не разобраны. Еще в белом пакете. Не разобраны. Белый. Поршни, шприцы. Имеются следы бурого цвета, похожие на кровь. Это одно из типичных нарушений. Медотходы, иглы и шприцы должны быть обезврежены после использования и отправлены на временное хранение до дальнейшей утилизации. Одно из медучреждений нарушило закон. Отходы хранились на площадке, которая находится недалеко от жилых домов, и на нее не закрыт доступ. Медицинские отходы без какой-либо сортировки на классы размещены навалом на земельном участке. Кроме того, транспорт, который предназначен для транспортировки медицинских отходов, не оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми санитарными правилами и нормами по обращению с медицинскими отходами. Имеется свободный доступ граждан и животных к размещенным на площадке медицинским отходам. Сейчас дается правовая оценка действиям ответственных лиц и решается вопрос о привлечении их к ответственности. За нарушение правил обращения с медицинскими отходами Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность статьей 8.2, размер штрафных санкций, на которых составляет на юридических лиц от 100 000 рублей. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».